дегустаторы будут подсушивать, проверивать, сортировать. На предприятии Нарасановске идет уборка зерновых. В процессе задействовано 5 комбайнов и 15 рабочих. После сбора урожая здесь начнут готовиться к зиме, сортировать зерно и распределять его на дальнейшее хранение. Мы уже где-то убрали 1500 гектар, намолотили около 4000 тонн зерна. Вот сегодня продолжаем уборку, ячмень убираем. Комплексный подход к уборке зерновых – отличительная особенность предприятия. Здесь готовят сено, которое потом используют в качестве удобрения. А еще племхоз производит молоко и выращивает кормовые культуры для крупного рогатого скота. Глава округа Андрей Иванов приехал на место и знакомился с производством. Корм все для себя делаете, полностью обеспечиваете? Да. Полностью обеспечиваем. Мы кормов готовим где-то 70 тысяч тонн. На 6 тысяч голов скота? Да, на 6 тысяч скота мы готовим 70 тысяч тонн. Сейчас в Нарасановском заготавливают сено для коров. Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцова».